Пластиковые бутылки, старые игрушки, шины, пакеты и даже остатки гармонии – все это обнаружили самарские активисты, которые присоединились к волонтерской экологической акции в Красноглинском районе. Уборка стартовала возле небольшого водопада, который находится в центре Коптева оврага, вблизи грунтовой дороги, где любят гулять местные жители. К нам обратилась жительница управленческого, сказала, что в Коптевом овраге очень много мусора. И своими силами они там с мужем ходили, убирали, не справились и хотели привлечь внимание неравнодушных жителей города и поселка управленческий, чтобы выйти на акцию и поучаствовать в ней. Акция прошла при поддержке Департамента городского хозяйства и экологии. Профильное ведомство предоставило участникам перчатки и мешки. Данная акция, конечно, приводит к действиям к улучшению окружающей среды. Также эти природоохранные мероприятия, они пробуждают не только к действию, а также к размышлению, в которых формируется гражданская позиция к окружающей среде. Департамент городского хозяйства и экологии ежегодно поддерживает и будет поддерживать данное мероприятие. По информации волонтеров, удалось собрать более 10 мешков с бытовым мусором. Также активисты приготовили для утилизации выброшенные покрышки. Все отходы специалисты профильного департамента вывезут из леса и отправят на полигон. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.